Вильяна, одного из лучших игроков Челси в этом сезоне, в этом турбулентном сезоне. И сейчас Вильян ускоряется, готовит передачу направо, есть вариант, но можно проникнуть в штрафную и забить. Первый гол! Диего Коста! Совершенно маска не помешала ему разобраться в этом. Ну а дальше дело касания. Вот, кстати, хорошо, что не стал трогать мяч, хотя мог забить вот сейчас игрок. Игрок какой? Игрок Челси вот сейчас бежал в пустые ворота и мог, так сказать, подправить. Ну, здесь его такой бутербродчик сделали, а это перехват Педро! И побежал он один на один, Педро! 2-0! Решился бить с такой дистанции, хотя можно было и дальше продолжать движение. Казалось бы, момент уже потерян, три игрока разобрались с одним, и вот здесь очень неудачная передача. То, что он решил бить с такой дистанции, это говорит об уверенности. Или ну, просто увидел, что вратарь здесь ворот потерял. Вратарь немножко, да, потерял ворота. Вот с этого повтора очень видно, что вратарь потерял угол, конечно. И второй правильно сделал. Да, потому что ну, 3-то игру точно закроют. С двух-то уйти очень сложно. Калачини и Коста. Шикарный забег, который выигрывает Диего. Ждет Вильяна Коста. 3-0. Фантастическая игра Челси. Та игра, которая... Я отличный пас отдал. И опять Сеск. Тоже ведь должны отметить его передачу. Я, да, уже отмечал, что очень легко проходит. Буквально одним пасом проходит среднюю линию. Никто не накрывает, там рядом был Таунсен, то ему не по чину сейчас гоняться за проигрывал метр, а тут два, что? Метр два проигрывал, а здесь великолепно разобрался и отличный пас отдал. В этом сезоне вообще у Ньюкасла странная ситуация. Ой-ой-ой, выход, удар, 4-0, Педро оформляет дубль. А странная ситуация у Ньюкасла в том, что хорошие игроки не могут играть в хороший футбол все вместе. По одному иногда получается, вместе нет. Ньюкасл провел хорошую атаку, а Челси провел отличную контратаку. Педро, второй мяч в сегодняшней встрече, четвертый в этом сезоне. И... И вот снова хороший рывок из глубины, и проспали опять защитники. Опять Сас, какую мастерскую передачу. Ну, здесь Тейлор. Тейлор. Рука, плечо, все нормально? Да, все нормально, я думаю. Здесь по моменту здесь не было такой игры, как вот, за что можно... А Челси продолжает. Да, чего им? Аспиликуэта на пятый гол. И пожалуйста. И снова с левого фланга. Не справляется защитник. Бертран Траоре. Мы его поздравляем с этим важным для себя событием. Бертран Траоре. В премьер-лиге он еще никогда не забивал за Челси. И вот это произошло в матче против Ньюкасла. Хорошая передача с Пеликуэты. Возвращает Азар. И дальше Бертран Трауре. Дебютный гол в английской премьер-лиге. Во вторник. Таунсенд. Его движение. Гол! Андрос Таунсенд. И все-таки состоялся гол престижа. Ну, красавец, конечно. Молодец. Первый гол за Ньюкасл. Вообще, первый в сезоне он в Тоттенхэме ни разу не мог забить. Ну, на самом деле, ему и не давали. Ну, правильно, развитие атаки. Сразу первым пасом отрезал группу игроков. И здесь уже на скорости защитники просто не справились, не смогли. Под игрока еще. Думбия повел за собой центрального защитника и как раз в эту точку.